сегодня представители территориальных общественных самоуправлений, по 3 человека от каждого, то есть более 90 человек, у нас работают как счетные комиссии и подводят итоги. По большому счету, каждый ТОС работает в рамках той территории, на которой он находится. Сегодня члены счетных комиссий открывают ящики, в которые опущены бюллетени для голосования, и производят подсчет голосов. Я думаю, что сегодня мы все посчитаем, и в ближайшее время мэр города Череповца объявит итоги.